Вот, сегодня мы начинаем наше новое путешествие по самой длинной улице в мире, по части, вернее, ее, улица Янг, это самый центр Торонто. Вот сегодня мы по ней едем с севера на юг, к озеру Онтарио. Будем смотреть, что здесь есть. Ну вот, все центрее и центрее мы двигаемся. Сегодня отличная погода. Такая очень хорошая. Так, не будем на желтой ехать, будем под луч подождать. Вот, двигаемся в сторону даунтауна, центра города. Погода отличная, несмотря на то, что все уже, в общем-то, начало сентября, начало января. Снега нет, даже солнце светит. В общем, погода отличная, дороги чистые. А вот мы сейчас по... Да, это действительно самая крупная, самая длинная улица в мире. Как это ни странно звучит, но это так. Она продолжается... Начинается в провинции Онтарио, вот здесь, там, у озера. И кончается аж в другой провинции Манитоба. Вот. Но мы только по центральной торонской части сейчас поедем. Этой самой длинной улицы в мире. Чтобы посмотреть самый центр Торонто. Вот сейчас. Будем ехать к даунтауну. Там, где небоскребы. Здесь пока еще нет, так не видно. Сейчас поедем в ту часть. Дальше уже небоскребы пойдут. Вот это впереди характерное торонское такси, самое распространенное, бег. Они такого коричневого с зеленым вкраплением цвета, коричневого цвета и зеленый вот у него багажник. Потихонечку въезжаем в даунтаун. Здесь уже начнутся высотные дома. Банки. Много банков, финансовая часть. Вот здесь аж три банка. Три банка на перекрестке видно. Все в масках. Пока эпидемия двигается, каждый день 700, 800, 900 в центральной части Торонто только, а во всей большом Торонто, конечно, значительно больше. Вот, а во всей провинции 3500. Вот сегодня, кажется, был прирост в день. Это прирост в день. Вот, а по центральной части Торонто, по-моему, 800. Что остановить не могут, вот так пока что двигается по
пандемия. Ну, там уже очень длинные небоскребы. Вдалеке сейчас мы видим. Гористый спуск, гористая такая местность, надо сказать. Для нас спуск, для встречный подъем, так что сейчас спустимся туда, ровнее будет уже. Ауди стоит. Зеленый, поехали. Бензоколонка Shell, я вижу. Ну и вот настоящий небоскреб, вот они уже показались. Уже впереди, да. Вот на следующий уже серьезный даунтаун. Высокорослый, что называется. Так. Машинка нам не дает проехать. Сзади уже кто-то хочет обогнать, так что лучше не делать. Повернула. Девочка еще бегает здесь. Красная. Так. Здесь какой-то парк справа. Или что? Да, такое. Что мы никак не доедем до этих небоскребов. Ну что, сейчас скоро. Мало осталось. Сейчас доедем. Да, уже въезжаем туда. Сейчас эту штуку повернем налево.
большая улица Блур знаменитая. На этой улице, если повернуть направо, то там много разных этнических таких групп живет, из Восточной Европы в основном. Здесь туда направо, подальше, если поехать. Украина, Литвы, Польша, Прибалтики, вот это там такое место поселения. Их издавна было. Ну, потихоньку, конечно, меньше сейчас стало, многие разъехались. Но в целом, видимо, эти комьюнити сохраняются. Да, вот туда направо, если повернуть, по Блуру. Тоже как-нибудь поедем, посмотрим. Там же есть Хай-парк большой в той стороне. Пока поедем, будем продолжать по Янг. В сторону озера Онтарио. Но это уже южный край Торонто будет. Постоянно что-то строят, перестраивают дороги. Постоянно дороги в этих столбах, разных указателях. Все время что-то строят, перестраивают. Эти столбы все время стоят. В общем, какая-то непрерывная стройка идет везде. Без конца что-то перестраивают. Прямо без конца мешают ехать. Огоньки даже.
центрее и центрее мы едем, двигаемся все ближе и ближе к озеру. Не знаю, доедем тут. Сейчас посмотрим. О, это знаменитая Янг, знаменитая площадь. Здесь знаменитый молл Итанс Центр. Вот справа. Слева тоже знаменитая площадь. Данда Сквер. Она вот здесь разная. Летом, когда не было пандемии, разные концерты, все вот здесь бывает. Велосипедист, ну пусть проедет, ладно. В общем, да, это один из самых больших моллов Итан Центр. Да, вот здесь тоже все еще вход в него. Итан Центр. Да. Самый-самый центр даунтауна, можно сказать. Слева тут театр, театр знаменитый. Вот, сейчас что еще увидим. Да, ну вот в самом-самом центре. Плотнее движение. Что за... Ну да, погода. Всю неделю погода просто отличная. И до конца недели будет солнце, и осадков не будет. Просто красота, да. И для января довольно-таки тепло. Вот некоторые без шапки ходят даже. Да, вот здесь. Попали в красный поток. Что делать? Сейчас еще немножко проедем. И на сегодня хватит. Наверное, будет. Ну, едет он. Да. Это все его центральные улицы. Трамвай такой длинный. Здесь трамвайная линия идет. Ну вот так. На сегодня хватит. Там дальше будет озеро. И все.